продолжаем движение в направлении в сторону Кирова. Автомобиль Шкода Октавия, автомат, базовая комплектация. Полотно дороги разное, троечка, четверочка, местами потряхивает, местами мягко идет автомобиль. Этот участок я проезжал из Сургута в Москву в темное время суток, уже на закате дня. Дождь был, видимость была плохая. Но когда еще не совсем стемнело, несколько раз останавливался, снимал на видеорегистратор тучи, в общем, было очень красиво. Но при монтаже фильма забыл вставить эти кусочки видео. Расстроился немножко, но бог с ним. Так, третья серия. Говорил, что сломалось крепление навигатора, болтается сейчас на честном слове. Ну, вдоль трассы наблюдаю людей, которые продают сельхозпродукцию, если можно так сказать. То есть дары леса, грибы, что там еще, ягоды какие-то. Но я не останавливаюсь, не покупаю по следующим причинам. Во-первых, качество не очень. Во-вторых, цены выше, чем в Москве, на 30-40%. Ну и в-третьих, принимать пищу во время движения, это значит провоцировать на то, что потянет ко сну. Сколько проехал, не засекал. В движении находимся уже 8:50. Это информация с бортового компьютера. Пробег 622 километра.
температура масла 96. Средний расход бензина за сегодня составляет пока 5 литров на 100 километров. Особой усталости нет. Температуру в салоне поддерживаю в пределах 19-20 градусов. Это необходимо для работы видеорегистратора Кенори. Температурный режим для видеорегистратора очень важен. Был случай, когда он ушел в аварийный режим из-за того, что он слишком сильно нагрелся. Ну, во-первых, солнце было в прошлом году, в середине лета. Солнце было в зените, палило нещадно. Плюс температура в салоне была высокая. И он ушел в аварию. Я здорово расстроился. Уже думал ставить резервный. Остановился на привал. Утром включил, странным образом заработал. Из этого меня интересует состояние дорожного полотна в Кировской области. Потому что один из подписчиков ленты «Видео дорог России» написал мне, что в Кировской области выполнили ремонт, ямочный ремонт, вот, и двигаться там вполне комфортно. Первоначально были планы у меня поехать через Владимир, Нижний Новгород, там Уфа, Челябинск. Но прочитал эту информацию, предпочел этот вариант. Пока дорога не очень радует, вот особенно в Костромской области. Тряска на стыках, на ремонтных швах. Там, где были трещины, их залили, автомобиль потряхивает, причем прилично. Но колдобин нет. Ну, их не было и в прошлый раз, когда я ехал из Сургута в Москву. Видно, что работала техника, убрали колейность, то есть прошлись срезой по дороге, срезали все эти выступы, колдобины. Так, до Кирова 365 километров. Ё-моё, чуть не проскочил. Так.
Так. Ну вот, сила в правде, Евгений Трепов, или Трипов, Трипов, партия Родина России. Так, чуть не проскочил. Ну, чуть не проскочил, а проскочил. Я все жду границу Кировской области. Потом оценить, насколько качественно сделали ремонт дороги. Соответственно, поделиться с вами. Thank you.
Thank you.
как вы заметили, появились облака, тучи. Недавно, видать, прошел дождь. Упал мне навигатор, блин, превышение скорости остановил там 80 километров, там чуть-чуть сразу. Телескопник там слетал 100 километров. Он постоянно начинает пиликать. А с другой стороны хорошо предупреждает. Вариант, северный вариант переведут дорогу федерального значения, то естественно полотно дороги резко улучшится, качество дорожного полотна, начнет развиваться инфраструктура, то есть люди начнут организовывать стоянки, дорожные кафе, магазины, ну и все, что с этим связано. Сейчас, к сожалению, это представляет довольно-таки унылую картину. Небольшая неприятность. Приказала долго жить крепление навигатора. Болтается сейчас, движется на честном слове. Так, ну, вибрация, тряска. Вот результат движения по такой дороге. Ничего, восстановим. Кстати, если смотрели видео с Рубцовка на привале под Пермью, у меня накрылась кружка с моторчиком для перемешивания. Очень удобная вещь в дороге, кстати. Думал выбрасывать. Ну, разобрал. Оказалось, во-первых, обмотка целая была, сразу проверил. Коротыша в обмотке не было. Причиной того, что не вращался двигатель, оказалось банально простой. Просто кофе, видать, через сальники просочилось, несколько капель попали на тугосъемщик и на статор этого двигателя. Когда? Ну вот, въехали в Кировскую область. Кировская область. Начало. Будем надеяться, что такая дорога будет до Перми. Кировская область.
движение по Кировской области. В отличие от Костромской, Ярославской, должен отметить, что здесь встречаются, как их назвать, от туалета, что ли, после остановок на трассе. Если Костромской, Ярославской, да и Московской областях этого вообще нет, то здесь, по крайней мере, туалеты построены. Конечно, заходить внутрь я никому не советовал. То есть коробку поставили, но до конца, как говорится, до ума это не довели. То есть там такое творится, кошмар-опа. Но, по крайней мере, туалеты стоят, а навести там порядок у них, но это уже дело второе. Вообще, туалеты на трассе – это проблема для России. Это проблема. Двигаемся в сторону Кирова. До Кирова, по-моему, километров 200. Ну, пока то, что вы проехали, можете заметить, что да, ямочный ремонт выполнен. Выполнен довольно-таки хорошо. По крайней мере, проезжаешь, не чувствуешь, не ощущается резкого ощущения, нет, что заезжаешь на скуток, что ли, на место ремонта. Пятерочку, конечно, я бы не поставил ни за что, но четверку натянуть можно, по крайней мере, пока. Что будет дальше, не знаю. Почему не пятерка? Ну, не из-за того, что полотно не идеальное, нет, просто временами встречаются колдобины, которые, по всей вероятности, по невнимательности пропустили дорожники. Двигаюсь по Кировской области. Дорога хорошая. То, что проехал от границы Кировской и Костромской области, сколько километров, не знаю, но до Кирова осталось примерно 150 километров. Дорога хорошая. Местами проведен ямочный ремонт. Так что даже не чувствуется стыков. Местами полностью заменили полотно дороги. Я очень рад. Сколько прошло? Меньше месяца со дня, когда я проезжал здесь в Сургут-Москва. По крайней мере, вот уже заметные подвижки. Заметные. Что будет дальше? Хотелось бы верить, и чтобы дорога была достойная по всей области. Статор этого двигателя
То есть с трудом пальцами вращался двигатель, руками пытался вращать, с большим трудом. Пришлось, ну, вернее, промыл хорошенько и ротор, и статор, только съемники с ротора. 2 дня полежали на подоконнике, подсохли. Все заработало. Работает нормально. То есть, если будете приобретать кружку с электромоторчиком для перемешивания, то после использования не оставляйте в ней жидкость, ну или там кофе, чай, что еще. Сполоснули, перевернули вверх дном. Таким образом вы надолго сохраните ее работоспособность. Там-то перегорать нечему. Напряжение 3 вольта, а провод там, дай бог памяти, так вот на скидку, ну, наверное, 0,1 миллиметра. То есть довольно-таки толстый провод, и сгорать там нечему. Хорошая вещь. Кружка. Вот конец, концовка этой серии. Это будет 2-я серия. Значит, по этому участку дороги я ехал в темное время. Так, видео Сургут, Москва. Ничего не было видно. Во-первых, дождь. Во-вторых, асфальт черный. В-третьих, он, видать, за день нагрелся, асфальт. Дождь пошел. Пошли испарения с асфальта. Я еще, по-моему, в комментариях где-то сказал, что как Беверли-Хиллз такой, туман поднимается с дороги, мистическая такое, такая мистическая обстановка. Вот. Вот сейчас мы двигаемся по этому участку в светлое время. Можно рассмотреть и дорожное полотно, ну и то, что на обочине. Через минут 15-20 буду менять карту памяти. Хочу напомнить еще в очередной раз предостеречь, отправляясь в движение на восток по северному варианту, вот от Костромы до Кирова, значит, не лишним будет иметь запас топлива или в крайнем случае в Макарьево залить полный бак. Взять с собой продукты питания, если вы с детьми. Ну и, естественно, если есть электрокружки, электростаканы, которые разогревают содержимое, ну, то есть воду кипятят от прикуривателя, это будет не лишним. Поля по краям дороги уже начинают желтеть, то есть август месяц, скоро
по всей вероятности начнется, как это называется, сбор урожая. Такое возьмем выражение. Дорогу от полей разделяет зеленая такая полоса. То есть с дороги практически ничего не видно. Нужно смотреть картой спутника, вводить координаты и наблюдать это все. На полях уже сено собрано, скатано в такие тюки, заготовка кормов для скота на зиму. На стыках местами потряхивает, места, где ремонтировали, заливали трещины в асфальте, тоже небольшая тряска. Но, как я обратил внимание, есть участки, где убрали колейность, прошла машина специально, срезали вот эти вот колдобины, называемые шишки, движение получше, помягче. Ну, это было, по-моему, и в прошлой поездке из Сургута в Москву. Правда, на этом участке ехал в твердое время. Но, как подсказывает память, было примерно так же. Также потряхивало. Так, проехали Макарьевский район, Нечаев, Манчаковский район. Время около 17:16. Сколько придется ехать, или сколько записи поместится на третью карту, пока сказать не берусь. В общем, светлое время, как вы можете сравнить, двигаться гораздо комфортнее, если можно сказать, веселее. То есть эффектней можно рассмотреть окружающую природу. Мне, конечно, не очень позволительно рассматривать, но краем глаза замечаю. Ночью в темное время суток и...
как место для привала. За сегодня уже пройдено 837 километров. Средняя скорость на трассе 74. Расход на 100 километров составляет 5,1 литра. Запас хода 360 километров. В баке свободно на 25 литров. Время движения. То есть в движении я нахожусь уже 11 часов 20 минут. Но усталости нет. Просто из-за того, что неважная инфраструктура, то есть мотели, стоянки и так далее. Нужно остановиться на отдых засветло. Тем более, что перебрасывать видео на внешний жесткий диск, это займет еще часа 4, наверное, если не больше. Так, буду искать ближайшее, что у нас попадется. Ну и стартовать с утра тоже нет смысла, потому что солнце будет в лицо, видимость очень плохая, где-то часов, наверное, 8-9 утра, когда же солнце более-менее приподнимется над горизонтом, уже не будет бить прямо в лицо, можно будет выдвигаться. Но сейчас задача найти место для привала. Дорожным полотном я доволен. По крайней мере, пока. Хотелось бы верить,